Трудно дышать. Нас найдут. Скорее, прошу. Спасибо. Вы не пожалеете. Разве можно было иначе? Dans la tombe. Так добры. Помоги своим братьям и сестрам. Прошу, мне надо срочно спрятаться. Страшно. Меня убьют. Вы не пожалеете. Спасибо. Все еще впереди. Трудно дышать. Надо спрятаться! Нас найдут! Скорее, прошу!
Как мне отплатить вам? Трудно дышать. Вас послал нам Бог. Живи достойно. Есть новинки. Спешить не надо. Ты кто?
Halt! Je veux te parler! Reviens ici, fils de chien! Toi là-bas, cette crapule s'enfuit. Accroche mes outils pour jouer de la guitare. Ah, pas loin. Ah, il essaie de nous semer. Оставайтесь тут. Поблизости еще стражники. Ждите меня тут. Надо кое-что сделать, пока мы не ушли. Вы в опасности. Бегите, найдите остальных.
Спасибо, месье. Пожалуйста. Не стоит. Это только начало. Спасибо вам. Верь в себя. У тебя есть право на выбор. Что ни день, новые рабы. Торговля людьми — прибыльное дело.
Я раньше думал, что ученых людей можно образумить. Но жадность слепит их. Будь у вас корабль, вы могли бы перехватывать их суда. Или вернуться домой. Вы уже много сделали для маронов Сан-Доминго. Я никого не держу. Решайте сами. Вот отличная бригантина, только избавьтесь от команды. Женщины-бастьены выманят матросов на берег. Или подождите вышку, чтобы выманить их. Оба варианта хороши. Что это? Петарды. Их достали ваши рекруты. Так что вам их и пускать в ход. Хорошо. Подайте сигнал. И я пришлю своих людей. Plaisir. Thank you.
Yeah, I'm in love with you.
Агюстен, удивлен, что вы здесь. Разве вы не нужны в штабе? Другой может занять мое место. Но без вас. Кто будет управлять кораблем? Научите меня. Научу. Но не зовите меня капитаном. Вы их предводитель. Вы заслужили это право. На море вы мой капитан. Груз моря! Как вы научились мореходству, адепт? Море – мой первый дом. Буконьеры предложили мне свободу, и я взял ее. Учился, наблюдая. Вас не стали учить. Когда я... Готов к бою, капитан! Все паруса отдать! Зарик, убавить лишки! Зал, входящая дистанция! Зал, ждем приказаний! Держись, ребята! Поляна! Марселем!
Похоже, это груз. Thank you.
Вы свободны! Добыча!
А убрать паруса! Поднять паруса! Ловим ветер! Парни! Еще парусов! Спасибо, месье. Разве можно было иначе? Thank you.
спасете меня? Самому мне никак. Спасите. Альт! Ты делаешь довольно. Спасибо. Он пустит. Бог вам помощь. Господь, защити. Жаль, таких, как вы, совсем немного. Спасибо. Спасибо. Вы не пожалеете. У тебя есть право на выбор. Месье Адевали, Мароны считают вас союзником. Агюстен ценит вашу помощь. Не знаю, сколько еще смогу им помогать. Но Мароны – отличные воины. Агюстен обеспечил меня всем, что понадобится, пока я не вернусь к своим братьям. Значит, вы должны мне посылку. Пусть пока будет у меня. Так надежней. Вы не держите свое слово. Я сказал «возможно». И это все. Вы меня презираете. Нет, напротив. Вы сохранили свободу среди врагов, ловко управляя своим незаменимым делом. Я вас очень уважаю, но вы слишком умны, чтобы довериться вам так быстро. Да, вы на редкость умны и любезны. Раз вы не хотите дать то, что мне действительно нужно... Надеюсь, докажете свое уважение другим способом. Я подумаю. Нужно очень осторожно и внимательно проследить за губернатором. Я должна знать, чем он занят. И почему так ревностно блюдет Черный кодекс. От этого зависит жизнь рабов. Понимаю ваш интерес. Я помогу вам. Ради рабов. Быть может... Вы не так безнадежны. Вам нельзя идти так. Вот, наденьте это.
Тряпье раба? К чему это унижение? Хотите, чтобы меня схватили? Унижение? Вы так мало цените своих несчастных братьев? А вы цените хоть кого-то? Или мы все пешки? Ха, вы много хотите. Так нужно. Дело в том, что губернатор де Файе устраивает прием. И представьте, я не приглашена. Для подобного торжества нужно доставить в особняк огромное количество припасов. Это ваш шанс. С ящиком на плечах вы затеряетесь в толпе рабов. А оказавшись внутри, проследите за губернатором. А надсмотрщики не заметят лишнего раба? Или вам безразлична моя судьба? Я не встречала надсмотрщика, который различал бы рабов. И все же, будьте начеку. Вы так же умны, как и сильны. Вы справитесь. Да, мэм. Вот они. Давайте к ним. Осторожнее. Это что такое? А ну, шагай! Все должно быть достойно самого короля. Бездельники. Выборы бы их все. Сам удивляюсь, как у меня хватает на них терпения. Болят ноги. Чему жаловаться? Я запомню твои слова. Тихо ты. Стражу часто меняют. Так же, как ночь сменяет. Спасибо. Если ты друг, докажи чужак.
манерам ты здесь. Я думал, в особняке губернатора хоть будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok.
они уже стекло! Дороже, чем мы с вами рассчитывали. Вы подарили одной девице бриллиант ценой полфлота. Не туда ли ушли все средства? Чем мы с вами рассчитывали. Вы подарили одной девице бриллиант ценой полфлота. Не туда ли ушли все средства? Своим кошельком я распоряжаюсь сам. А средства, что я выделил месяц назад? Навигация – затратное дело. Не то слово. Если измерять каждую сажень надушенным шелком. Yeah.
настоящего испанского корабля. Может, тогда французский? Вы с ума сошли? Наши страны и так на грани войны. Нельзя позволить, чтобы нас заподозрили в контрабанде. Будет история, если вы найдете средства и корабль. Благодарю, но мне нужно содержать дорогую колонию. Вы столько рабов привозите, я думал, что у вас есть деньги. Даже дармовой труд не дается даром. Рабы стоят дорого, а мрут, увы, быстрее, чем размножаются. Улучшение навигации пойдет на пользу и вашим невольничьим судам. А это уже интересно. Il est là! Emparez-vous de lui! Ne bouge pas. Cercueil est prêt. Je le sens. Oh.
Итак, что вы узнали? Губернатор самоуверен. Даже при страже я мог бы убить его голыми руками. Он заслужил. Зачем он вам нужен? Держи друзей близко, а врагов ближе. С кем вы сейчас? Расскажите, что узнали. Чем он занят? Некий ученый, Гаден, вытягивает из него деньги. Какая-то экспедиция, секреты навигации. Почему мне о нем не сказали? Неужели меня все предали? Зачем я подсылала капитану Порта лучших девочек? Мне разузнать больше? Меня, как моряка, интересует наука о навигации. Нет. Да. Не знаю. Как хотите, оставьте меня в покое. Больше никогда.